сейчас 10 июня. Первое наводнение было 5 июня. Второй дождь прошел 8 июня. Это последствия. Это высажены поздние помидоры. Это табак был. Это огурчики были. Это синие. На удивление еще стоят. Это лук, который падает. Это ранние помидоры. Это тоже огурчики. Это рассада поздней капусты. Гарантия. Это клубника в воде. Это соседский огород. Кукурузка. Ой. Как ни странно, еще стоит. Это ранний перчик. Так, хочу дойти. Эта кукурузка падает. Сейчас посмотрим свеклу. Ну, пока жива. Пока жива. А морковка. Морковка попадала. Морковка сгнила. Уже она вся мягкая. Вот такие катастрофические последствия. Сейчас попытаюсь дойти до кабачка. Ну, тут уже вода упала в лунках немножко. Ну вот наш шикарный кабачок с поникшими головами. А это горошек. Прекрасный зеленый горошек был. Чеснок уже тоже пожелтел, покоричневел. Дальше не пойду. Там просто катастрофа. Дальше там сплошная вода. Вот эта дорожка. Сплошная вода. А это у соседей. И там дальше картошка 10 сотых плавает.